Всем привет! Сегодня мы приехали в Тиздар парк. Он находится в поселке За Родину. Вот эта территория. Здесь есть проход к морю. Он вот там вот правее. А здесь везде все базы. И, соответственно, на территорию их вас не пустят. У вас 400 рублей, это для взрослых и для детей? Да, дети до 5 лет бесплатно, цена билета 400 рублей, у нас более 60 видов животных. Практически всех можно покормить, погладить и потрогать. Угу. Курсовод с кормлением животных входит в стоимость билета. Фото и видеосъемка у нас разрешена, и после экскурсии вы сможете гулять вплоть до нашего закрытия, у вас не будет ограниченного времени. Угу. Также есть кафе, там можно пробовать бургеры, сэндвичи и купить корм для кормления животных самостоятельно. Ну, давайте будем двигаться, об этом рассказывать. Интересно. Не случайно его называют гигант. В природе, потому что он способен страусы, вырасти, да? Понятно. Ослик такой одинокий стоит там. Он нас, жалко даже. Он как-то у нас на фитнесе. Видели его бока? Это самец, да? А он выглядит как беременная самка. И он там стоит, ждет, пока детки соберутся, покатаются. Катаются. Понятно. Все, ладно, спасибо.